Здравствуйте, пожалуйста, всех рязанцев. С праздником! С днем рождения Есенина. Это очень светлый праздник. Очень хорошие у него стихи про нашу родину в Рязани. А как вас зовут? Никита. Никита, а что же для вас Сергей Есенин? Сергей Есенин для меня это родина, это Рязань. Это все, что с ней связано. Ну что же, наш микрофон для вас. Пожалуйста. Стихотворение «Мне осталась одна забава». Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабники и скандалист. Ах, какая смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил. Горько мне, что не верю теперь. Можно вопрос? Золотые. А, золотые, далекие дали. Все сжигает житейская мречь. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта, ласкать и корябать. Все же роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы розовых дней. Но коль черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути отправляюсь с ней в край иной. Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать, положили меня в русской рубашке под иконами умирать. Спасибо, Никита. Мы также вручаем вам томик стихотворений Сергея Есенина. Спасибо вам большое. Продолжайте любить.